Товарищ генерал, разрешите мне, во-первых, поблагодарить вас лично за приглашение на сегодняшнее прекрасное торжественное мероприятие. Без сомнения, за 32 года службы всеми фибрами души я прикипел к этой службе. Ее дела, ее повседневная жизнь для меня представляют повседневный круглосуточный интерес. Если раньше я это утром получал днем, вечером и ночью из закладов дежурного, сейчас я много получаю информации из средств, массовой информации. И те дела, те шаги, те поступки, которые продолжаются в службе, они без сомнения не могут радовать. Это сокращение аварийности, которое уже отметил начальник главного управления, которое мы по итогам полугода имеем. Тот процесс развития систем видеонаблюдения, которым идет область при поддержке губернатора Челябинской области. Я знаю, что он недавно проводил совещание, посвященное этим вопросам. Наметил еще на декабрь такое же совещание, где будет развитие систем видеофиксации рассмотрено. Это без сомнения шаги, видно, новые транспортные средства, которые поступят в распоряжение сотрудников госавтоинспекции. Это без сомнения забот нашел средства и возможности приобрести эти прекрасные мотоциклы, которые без сомнения будут обеспечивать, пожелать безаварийной службы, чтобы не попадали сами аварии, чтобы спасли жизни участников дорожного движения. Профессиональных успехов, терпения, оно каждому сотруднику необходимо. Я знаю по себе это, потому что всякие люди нам попадают на дороге. Терпения, удачи, ну и быть профессионалами в своем деле. Благополучия в ваших семьях, успехов, счастья. Товарищ генерал, спасибо за предоставленное слово.